2019 года, подходит к концу 8 месяц уже нашей нижегородской жизни. За 8 месяцев в нашем доме пожило 193 разных человека. Есть гостевая книга, в которой записались все люди, которые у нас тут пожили. Кто-то жил неделю, кто-то месяц, кто-то на пару дней приезжал. И сейчас наш проект нижегородский завершится, и мы переселимся в Марокко на зимовку, а потом оттуда поедем в Бишкек. Хорошая была нижегородская жизнь. Так что, кто не успел, всем в Бишкек или Владивосток, или в Марокко, в следующие дома. Алексей Кулешов, дом действует в декабре и январе, а в следующем году, в 2017, будет дом хороших людей, который делаю я в Бишкеке. Но помните, что дом-то дело такое, расходное, поэтому я на дом в Бишкеке заранее собираю пожертвования. Не забудьте, что все условия участия в бишкекской жизни написаны у меня в моем блоге, в живом журнале. Если кто-то хочет поучаствовать, пожить с нами в вкусной, приятной Киргизии, то, пожалуйста, участвуйте, инвестируйте и приезжайте, я буду только рад. А если кому-то не хочется инвестировать, то приезжайте в другие проекты, например, на лесной трезвый слет. Он у нас в июне. Каждый может приехать и получить там счастье и полезную информацию о путешествиях. Все подробности прочитаете в моем блоге или на страничке Академии вольных путешествий ВКонтакте. Вот так.